Спонтанная совершенно поездка на автобусе номер 607 от метро Варшавская до метро Каширская. Всего лишь одна остановка метро, но тем не менее ходит вот автобус, соединяя две станции метро, и кто-то им пользуется. Ну, я, в общем-то, никогда не пользовался, ездил всегда на метро, а тут вот нужда у меня возникла в торговый комплекс на Варшавке съездить. Ну, я решил воспользоваться автобусом, а не метро. Вот, кстати говоря, как выглядит тут вот вход на станцию Варшавская. Ну, пока автобуса нет. Вообще, я смотрю, тут пошла тенденция. Раньше был просто вход в подземный переход, а теперь вот оформляют как вход в метро. Ну, в принципе, конечно, поприличнее. Вот. Вот она, Варшавская. И тут же станция железнодорожная Коломенская. Причина извечной путаницы пассажиров, которые едут на Коломенскую, приезжают на Варшавскую. Да, железнодорожные кассы пригородные. Ну, автобус такой, не слишком частый, понятно. Маршрут, по-моему, раз в 20 минут. Хотя, когда ехал сюда, то, в общем-то, встретил, по-моему, 3 или 4 машины. Ну, в смысле, автобус встречных шли часто. Но, к сожалению, не было информатора, не работал информатор в автобусе сюда, который шел. Может быть, сейчас повезет больше, все-таки веселее с объявлением. Кстати говоря, называется это вот автостанция Варшавская. Так, ну если ожидание затянется, то я тут вырежу этот фрагмент неинтересный. Вот и 607 автобус от метро Варшавской до метро Каширской. Людей довольно много, но автобус тоже большой. Поехали, смотри, вообще. Где-то,
Thank you.
Вот такой вот маршрут автобуса 607. Ну, я бы сказал, своеобразный несколько между станциями метро Каширская и Варшавская. Вот такой вот автобус. На удивление, много людей пользуются. Я, честно сказал, не ожидал. В общем-то, еле сел. Чудом места хватило. Но, к сожалению, не работает тоже информатор. Один раз я ехал, было шикарно совершенно. Но вот, как обычно бывает, для съемки не везет. Ну ладно, ничего. Пусть будет для коллекции, как говорится, и такой маршрут. Вот он сейчас пошел, развернется вот здесь вот и обратно поедет. Мотается между двумя станциями метро. Ну что ж, ролик на этом я завершаю. Оставайтесь на канале. Будем что-нибудь еще снимать и показывать. И сохранять как история на память. Я думаю, что в течение прошлет время, и это будет интересно посмотреть, как выглядела Москва, какие ходили автобусы, троллейбусы, вообще атмосферу города. Автобус пошел как раз на разворот, а вот и вестибюль Каширской. Все. До свидания. Всего доброго. Пока.